И сегодня у нас приколы с AliExpress Challenge. Сегодня мы будем прикалываться друг над другом. Девчонки уже начали прикалываться до того, до начала нашего челленджа. И доприкалывались до того, что сейчас готовы рассверлить друг друга взглядом. Но это временно. Итак, давайте прикалываться. И первый прикол в студию. В студию! В студию! А вот и первый прикол. Это какая-то баночка, да, девчонки? Подожди. Аккуратно. Только нужно ее очень аккуратно открывать, потому что мало ли что произойдет. Короче, это что, змея? Или что? Как это назвать? Ну, в общем, такой прикол. На баночке написано, что это некая сладость, и когда человек открывает, для него это оказывается сюрпризом. Вот такой прикол с AliExpress. Давайте смотреть на прикол номер два. Блин, нет, я не буду, я знаю. Не-не-не. Осторожней, да. Блин, мы по-моему, Аня напугалась. Аня, ты не бойся, смотри, что будет сейчас происходить. Чё? И вот это жвачка. Ну-ка, простая на вид жвачка, но если вытащить пластинку... Вылазит, в общем, из коробки. Это как мышеловка, типа. Да, из коробки вылазит какой-то страшный жук. Вот такие пластинки с жевательной резинкой с сюрпризом. Можно так предложить кому-нибудь попробовать? Ага. Не хочешь пожевать? Вот такой прикол был с AliExpress, а мы посмотрим, что еще там есть. Ну а вот и наш следующий прикол. Для какую-то того, чтобы... штуку принесли. Это просто обычная коробка, Маш, поверни ее ко мне, пожалуйста. Вот такая. Обычная коробка, но с сюрпризом. Вот на эту белую штуку нам сверху дали... нужно монетку. Положить монетку. И что будет тогда? А что, оно не отдаст? Нет! В смысле? Котенок вылазит и забирает ваши деньги. Да, и где? Ну а мы продолжаем. Приколы с AliExpress, и в руках у Маши уже один есть прикол, который должен быть послужить сюрпризом для Ани. Итак, не была, Маша... Не поворачивайся. Это не страшно. Анюта, а то боится всяких незнакомых вещей. Аня, смотри, какой у Маши язык. Он тянется теперь. Ну, в общем, вы поняли, что это такой смешной язык, который можно напугать гостей. Уже как и антистресс здесь. Да, это можно в качестве антистресса использовать. Я думала, это настоящий язык. Кому-то отрезали. Ну, кому-то отрезали, действительно, очень неприятно. Ну что, мы продолжаем, и следующий прикол из AliExpress. Вот он. Унитазики. Сейчас я открою, там что-то страшное будет, я отвечаю. Не будешь, Аня, пробовать? Вот прикол. О, свежо как стало. В общем, он брызгает лицо, когда человек открывает крышечку. Ну-ка еще раз продемонстрируй нам. Анюта у нас боится таких неожиданных вещей, но, в общем, понятно. Да, Аня? Да. Давайте посмотрим, что еще прикольного есть в AliExpress. А вот и следующий прикол с AliExpress. Вот такой смешной заводной тараканчик. Кушай язык. Ты куда? Давайте мне его.
Да. Он так приятно. Он что, щекотит ручки? Да. Он выключается и включается одной кнопкой. Ну так можно гостей напугать каких-нибудь, которые боятся непонятных существ. Ну что, как вам прикол? Отлично. Ну а мы продолжаем наш челлендж. И вот следующий прикол с Алиэкспресс. И вот такой слоник с глазами. Теперь если поднести к нему вот этот металлический кубик. Давай, Аня, подноси. Вот это, да. То хобот к нему прилипает. Это магнитный пластилин. О, отлично получился. Ну что ж, вот такие разнообразные приколы на Алиэкспресс можно заказать. Конечно, не все из них удачные, не все из них прикольные и не все из них даже рабочие. Но, тем не менее, стоят они копейки, в общем-то, и можно их заказать в любой момент повеселиться. Поставьте лайки и подпишитесь на наш канал. А также в комментариях укажите, какие приколы вы заказывали с Алиэкспресс и было ли это действительно прикольно. Аня, пока-пока!